Полотенцесушитель сгнил весь. И смеситель капает туда. Ремонт не подойдет. Будем его сегодня менять. 20 октября ветерану войны Якубу Зарипову исполнится 92 года. Вместе с родными и близкими свой подарок подготовила и управляющая компания «Центр ТСЖ». Замена унитаза, сифона, полотенцесушителя и смесителя ванной. Все бесплатно и за несколько часов. Унитаз у нас уже там старый, весь ржавый был, полотенцесушитель там. И течет, и заржавел, и вообще не греет. Все работы в семье ветерана были выполнены в рамках второго этапа чемпионата «Лучший сантехник» Кубок России. Участники конкурса считают, что помочь людям, которые действительно в этом нуждаются, сама по себе хорошая оплата их труда. Понятно, что всегда такой благотворительностью заниматься невозможно, но в рамках конкурса старались выбрать ту квартиру, где бы их действительно ждали. Главное участие, как говорят, а не победа. Ну и тем более тут помогаем таким людям, как ветеранам, ветеранам труда или ветеранам Великой Отечественной войны. Просто делаем хорошие дела. Финал конкурса пройдет 22 ноября в Челябинске. Сантехники получат шанс выиграть 300 тысяч рублей и золотой кубок. Анна Тищенко, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.